дела? Надеюсь, что у тебя все хорошо. А сегодня мы с тобой продолжаем пробовать Принглс из Таиланда. Сделанные в Малайзии Принглс из Таиланда. Да, да. И сегодня у нас будет три вкуса. Это сладкие. Сладкий вкус. В общем, какой-то сладкий майонезный сыр. Не знаю, что это. Сейчас будем пробовать. Потом пицца. И острый осьминог. Со вкусом острого осьминога. Вот. Когда я покупал вот эти чипсы, были вот такие же упаковки. Ну, в смысле, с такой же картинкой тоже Принглс, пицца. Но там упаковка была, ну, где-то, наверное, вот настолько больше. Сама по себе упаковка толще была. То есть вот здесь 100 грамм. В тех, по-моему, грамм 150, 170, где-то так. И вот тот Принглс, пицца, он был европейского производства, и он стоил раза в три, по-моему, дороже, чем вот этот вот, сделанный в Малайзии Принглс. Вот, ну что, я предлагаю начинать пробовать. Смотри, сначала попробуем сладкое, потом пиццу, и напоследок оставим острое. Да, да. Так, давай пока это в сторону. Начнем со сладкого. Со сладкого майонезного сыра. Майесыр. Сладкий майесыр. А сладкий, так, да, 102 грамма сделано в Малайзии. Все то же самое. Да, все то же самое. Ну, я имею в виду по составу. По составу, как и в других Принглсах, картофель и очень много всяких вкусоароматических добавок. Так, вот здесь вот. Так, держи, это тебе. Здесь как-то неаккуратно получилось. В пути. Так, держи, вот это тоже тебе все. Это мне. Так, ну что? Но я бы не сказал, во-первых, что они прям сладкие. Они сладко-соленые. Они однозначно сладко-соленые. И это вкусно. Это сочетание. Сначала из Малайзии.
России попали в Таиланд, а из Таиланда прилетели сюда. Ну, вкусные, вкусные. Я думал, что они прям, ну, совсем сладкие будут. Нет. Немножко сладкие и вкусно. Да, мне прям казалось, что это что-то будет совсем несуразное. А это, ну, намного вкуснее, чем я ожидал. Намного в разы вкуснее, скажем так, чем я ожидал. Да, если нужно пить, вот здесь вот стоит. Да, да. Так, ну что, следующий. Следующий у нас пицца. Принглс пицца. Принглс пицца. Так, сделан в Малайзии состав. Ну, в общем-то, да, все то же самое. Так, нет, вот единственное. А, вот здесь вот. Да, вот здесь вот не было специй. Вот эти здесь вот есть специи. Это базилик, орегано, черный перец. Так что вот это, наверное, сейчас должно быть. Ну, не знаю, как должно быть. Со вкусом пиццы должно быть. А так, сейчас узнаем. Совсем светлые. А здесь вот сверху вот эти специи, которые посыпаны, они вон темненькие, такие вкрапления. Но это тоже очень вкусно.
Не люблю сильно соленую еду. То есть я, когда сам что-то готовлю, у меня всегда, соленое, но не сильно. И вот эти чипсы мне кажутся прям сильно солеными. Может быть, потому что после сладких тех вот Принглс, которые чуть-чуть были солененькие, вот эти так кажутся, но вот у меня ощущение, как будто бы они прям сильно соленые. Жареные на гриле острый осьминог. И вот здесь вот, да, тоже сделан в Малайзии. Вот здесь написано Thai Favorites. То есть то, что предпочитаемый в Таиланде. Специям. Вот, а вот здесь вот то, чего там не было. Здесь соевый порошок соевого соуса. Порошок соевого соуса. Так, соль, сахар, приправы, специи. Ну да. Да, порошок соевого соуса. Так, все остальное то же самое практически, но вот. Так, давай пробовать. Но не могу сказать, что я прям осьминога чувствую. Но да, вот что-то такое, какие-то вот морепродукты. Ну как будто бы даже, да, осьминог. А чувствуется вкус гриля. То есть то, что это именно вот на гриле. Интересно. Ароматизаторы такие, которые вкус гриля передают. Но это как будто бы действительно. Да, как будто бы действительно вот взяли пожаренного на гриле кальмара, ой, не кальмара, а осьминога. Высушили его, измельчили и вот сюда вот его посыпали. Очень похожий вкус.
это самое вкусное. Вот это самое вкусное. И острота очень приятная. Вот прям остается вкус. Вот приятной остроты. Не, очень крутые. Очень крутые, очень вкусные. Так, ну что, да, подожди, сейчас. Так, что? Давай небольшой итог. Вот это вкуснее, чем я думал. Ну, необычно. Необычно, но достаточно вкусно. Мне понравилось. Пицца тоже хороший, приятный вкус. Чувствуется, что это пицца. Причем пицца именно пепперони, скорее всего. Вкусно. Ну и самые крутые, конечно, это вот эти. Острые, насыщенный вкус. Вкус очень выраженный. Круто, очень круто. Наверное, именно поэтому Thai favorites. Да, да. Вот. Ну и что, на сегодня все. Очень рад был, что ты вместе со мной попробовал вот эти все вкусы. Обязательно приходи еще. Что-нибудь еще с тобой вместе вкусное. Попробуем. Ну и все. Да, да, на сегодня все. Всего тебе самого-самого наилучшего.